Здоровеньки, былые подписчики мопеда Раритетовича, также подписчики сайта wagnerland.ru и подписчики моего канала на YouTube. С вами снова Илья Механик, и это нулевая серия из будущего видеоряда под названием «Перекличка». Посвящена эта перекличка будет всем единицам моей коллекции. Вот, часть из них вы можете наблюдать сейчас здесь, вот, в гараже. Идет перетасовка тех экземпляров, которые я буду снимать. Нулевая серия почему снимается? Чтобы объяснить, по какой схеме будет построено видео. Первые три видео, вернее, последовательность первых трех видео вы выбрали в голосовалке ВКонтакте. И, в общем-то, сейчас они будут загружены на YouTube после вот этого видео. В видеоряде будут представлены все мои мопеды, которые имеются, и мотоциклы, которые имеются у меня в коллекции. А в частности, это мопеды Рижского завода. Рига 1, Рига 2, Рига 4, Рига 4 70-го года, Рига 11, Рига 12 экспортная, Рига 16 внутренняя, Рига 16 экспортная, Рига 26, Рига 30 миник, если в курсе, Рига Вилли. Это будет проект творческий. Рига 136, то бишь Стелла. По-моему, никого не забыл из Рижского. Дальше, Львовский мотовелозавод. Это будет МП-045, МП-046, Верховина 3, Верховина 4, Верховина 4 в черном варианте, Верховина 5, Верховина 7, Карпаты Спорт. Чехословацкий завод будет Ява Стадион С-11. Яветта Спорт, Ява 555, Ява 05 и Ява Стелла 2134. Итальянский завод Piaggio Ciao. Немецкий мотоцикл МЦ-ЕС 150, который будет во втором выпуске этого видеоряда. Российский Восход 2 Ковровского завода. Вятские поляны, Вятка ВП-150М, Вятка 150 Электрон. Что у нас еще? ЗИВ 77 Пензенского завода. Уже так и не всех помню, кого перечислил, кого нет. Венгерские Панонии ТЛФ, либо Т1 61 года, Панония Т5 66 года и Панония Т5 75 года. Надеюсь, я сейчас никого не забыл из перечисленных. Общее количество там будет уже в титрах, я наложу на видео. И, в общем-то, все эти единицы моей коллекции будут выложены в видео в такой последовательности. Будет краткая техническая характеристика каждого аппарата. Затем дана история попадания ко мне в коллекцию и окончательно текущее состояние. Вот эти три раздела будут освещены видео. По многочисленным просьбам видео будут делаться в формате не более 5 минут, ну, может, до 7 минут, там, где у некоторых единиц очень интересная история, как они ко мне попали, и история жизни у меня. Там чуть-чуть могут быть растянуты. Ну а пока всем приятного просмотра.